Паша, добрый день или добрый вечер. Давно скучаю о тебе. Сколько раз звонил, ты никогда не отвечаешь. Я понимаю, что тебе некогда. Ты все обещался пригласить себя в гости, но ты где-то прячешься там под кустами чайными, и я никак не могу тебя увидеть. Значит, народ сейчас обнаружил новые свойства книжки. Значит, чтобы тебе стать богатым, надо деньги свои класть на 160-ю страницу. Просто класть, даже без письма Богу. Просто закрыл и положил. И деньги автоматом начинают прирастать. Чем больше ты денег кладешь, тем больше они прирастают. Вот такая радостная новость. Спасибо, Роме. Он тебе передаст мой пламенный привет с огнетушителем. Поэтому жду, что ты заберешь меня к себе в гости и напоишь квасом, о котором, так сказать, вдохновенно сказал Роман. Надеюсь, что скоро увидимся. Алексей Шолохов.